Твери набирают ход работы, которых давно ждали жители новых кварталов микрорайона Южный. Речь идет о достройке Псковской улицы. Напомним, что на данный момент она благоустроена немногим более чем наполовину. Речь об отрезке, который начинается возле микрорайона Бурсилова и обрывается сразу за парком Н1. Остальная часть пока еще представляет собой пространство, изрытое гусеницами строительной техники. При этом по обе стороны давно выросли целые кварталы многоэтажных домов. Теперь ситуация меняется. До конца лета будущего года Псковскую пробьют вплоть до улицы Левитана. Проезжая часть будет иметь по одной полосе в каждую сторону. Попутно обустроят ливневую канализацию, смонтируют остановки общественного транспорта. Все работы стоимостью почти в 98 миллионов рублей профинансирует застройщик одного из самых крупных жилых комплексов, находящихся на этой улице.